Итак, срочные сообщения в эти минуты приходят из столицы Индонезии. Террористической атаке подверглась Джакарта. В центре города прогремела целая серия взрывов. Есть погибшие и раненые. Очевидцы рассказывают, что на улицах до сих пор слышна стрельба. Последние данные у Антонины Кукушкиной. Оцепление, сотни полицейских, десятки скорых. Джакарта в хаосе. Серия взрывов прямо в центре города. Одни из первых у крупного торгового центра зафиксировала камера видеонаблюдения. Правоохранители говорят, что террористы использовали гранаты. Они атаковали также полицейский участок, популярное кафе посольства Турции и Пакистана. Посольство Российской Федерации находится в тесном контакте с индонезийскими правоохранительными органами. Пока информации о жертвах среди российских граждан нам не поступало. Продолжаем следить за развитием событий. Это центральный район Джакарты. Там располагается сувенирный магазин. Там тоже есть ряд посольств иностранных государств. Один из центральных районов. Мы можем рекомендовать нашим гражданам предпринимать все меры для обеспечения собственной безопасности. По словам очевидцев, на улицах слышна стрельба. Уже есть информация о погибших. По последним данным, их как минимум шестеро, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Об остальных сведений пока нет. Туристов призывают держаться подальше от мест скопления людей. Сообщается, что полиция прямо в эти минуты преследует подозреваемых. Якобы нападавшие засели на крыше атакованного ими торгового центра. Всего, по данным правоохранителей, в атаках участвовали 14 боевиков, в том числе террористы-смертники. Какой группировке они принадлежат, пока неизвестно. Однако есть данные, что поступали угрозы о возможных терактах со стороны Исламского государства. Антонина Кукушкина, Андрей Михайлов, Сергей Левашов, Первый канал. И вот, как только что сообщило агентство РИА Новости, в Джакарте прогремел еще один взрыв. Мы следим за развитием событий. Подробности далее.